Ребят, вы попали в лохматую душу. Буду рада вам сейчас все показать. Очень рада знакомству. Проходите. Ребята смотрят, заходят, им нравится. Нравится у нас? Да, у нас все хорошие. Сейчас просто некоторые худеют из-за линьки, ну а так все нормально. У нас метиса, лобая и дворняжка. 60 кг. Вон, прошли с разными глазами мальчика. Худел бы, а то он 60 кг. Купи, смотри. Ребята, это первая ласточка, и я надеюсь, мы будем сотрудничать с Чеховым. И к нам добавятся не только юные кинологи, но и волонтеры, и просто неравнодушные люди. Ребят, приют городу нужен. Это необходимость. И именно сейчас вот эти встречи учат наших детей добру. Быть человечными, быть людьми. Я считаю, что вот эта группа кинологов – это первая ласточка, и это потрясающе.